Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 5, Прохлада, Святой Сын Хираньякашипу. Текст 2 и 3. Читаем второй текст. Таурагья прапитам балам. Таурагья прапитам балам. Прахладам наяковидам. Прахладам наяковидам. Падхаяма сатух падхьян
Аньямшча сура балакан. Аньямшча сура балакан. Таурагья прапитам балам. Прахладам ная ковидам. Падхая маса туфатхян. Аньямшча сура балакан. Пожалуйста, Прабху, прочитайте. Таврагья прапитам балам прахладам ная ковидам бадхая масату падхян аньям часура балакан. Кто-то еще умеет? Таурагья прапитам балам прахладам ная ковидам падхая масату падхян Аньямшча сура балакан. Тау. Они, Шанда и Амарка. Раджна. Царем. Прапитам. Посланного. Балам. Мальчика. Прохладом. Которого звали Прохладом. Ная ковидом, сведущего в нормах морали. Падхаям асату. Заставляли читать. Падхьян. Книги, содержащие материальные знания. Аньян, другие, ча, также, асура балакан, детей асуров. Махараджа Прахлада не нуждался в образовании, ибо уже постиг науку преданного служения. Но когда Хираньякашипу отправил его учиться к сыновьям Шукрачари, те приняли Прохладу в свою школу вместе с другими сыновьями асуров. Третий текст. Ятатра гуру на проктам шушувену пападхача насадху манасамене свапарасад грахашраям. Хотя Прохлада слушал своих учителей и прилежно повторял за ними правила политики и экономики, он понимал, что жить по этим правилам значит делить окружающих на друзей и врагов, и потому мирская наука ему не нравилась. Комментарий о божественной милости Абхайчарана Равинды Бхактивиданта с вами Шилы Прабхупады. Тот, кто занимается политической деятельностью, одних считает своими друзьями, а других – врагами. На этом строится вся политика и весь мир, особенно в наши дни, пребывает во власти этих представлений. Все только и говорят о дружественных или враждебных странах и сообществах. Но, как утверждается в Бхагавадгите, образованный человек не станет делить окружающих на друзей и врагов, и уж тем более преданный. Он никого не считает своим другом или врагом.
В глазах преданного каждое живое существо – неотъемлемая частица Кришны. Мамаевам шо джива бутах. Поэтому каждого, и того, кто с ним дружелюбен, и того, кто настроен враждебно, он старается обучить сознанию Кришны. Безбожники, правда, не следуют наставлениям чистого преданного, ибо считают его своим врагом. Но сам преданный никогда не делит окружающих на друзей или врагов. Хотя Махараджа Прахлада был вынужден слушать наставления Шанды и Амарки, ему не нравилось одних считать друзьями, а других врагами. Это философия, на которой основана вся политика, и его такая философия совсем не привлекала. Тимрандасия, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Милитам Йена, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Мадобиштам, Стапитам Йена Бутале, Своям Рупакадамахьям, Дадачи Свападанчикам, Вандехам Шри Гуру, Шри Ютападакамалам, Шри Гуру Вайшнамамшча, Шри Рупам Саграджатам Сахаганар Гунатхам Витам Там Садживам Садвейтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Шча Хей Кришна Каруна Синду Дина Бангу Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намоступте Тапта Канчана Гауранге, Раде Вриндаванешвари, Вришабхану Сута Деви, Пранамами Хариприе, Ванчакалпатуру Бехча, Крипа Синду Бьяевача, Патитанам Паванепьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвейта Гададхар, Шри Васити Гоура Бхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхактивиданта Свами Нитянамине, Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятья Дешатарине. Махараджа Прахлада не нуждался в образовании, ибо уже постиг науку преданного служения. Но когда Хираньякашипу отправил его учиться к сыновьям Шукрачари, те приняли Прахладу в свою школу вместе с другими сыновьями асуров. Хотя Прахлада слушал своих учителей и прилежно повторял за ними правила политики и экономики, он понимал, что жить по этим правилам значит делить окружающих на друзей и врагов. И потому мирская наука ему не нравилась. Хираньякашипу отправил своего сына в школу, если опираться на пословный перевод, на пытку, потому что здесь в пословном переводе ко второму тексту «Патхаям асатух» заставляли читать. Кого-то в детстве заставляли читать? Меня заставляли. Не сильно. Поскольку не сильно заставляли, таким и вырос, необразованным. Вот не входила почему-то вся эта школьная программа в меня. <с- <с-
сомневаясь, что я чем-то обладал. Но Прохлада Махараджа обладал трансцендентным знанием, и потому Нарада Муни говорит, что по сути ему уже не нужно было образование, ему не было потребности идти в школу, в университет, получать там корочки эти. У меня до сих пор лежит успешно. Так и ни разу не воспользовался ей по назначению. И об этом говорится, есть этот ведический такой гимн или слоган: «Ясмин вегете сарвам эвам вигьятам бавати», что означает: «Тот, кто действительно постиг Бога, способен глубоко разобраться в любом вопросе». Кришна говорит в Бхагавадгите в 15.15: «Я составитель веданты, и суть всех вед – постичь меня». И вед довольно-таки много, и нету никого в этом мире, кто бы мог сейчас знать все веды. У нас не хватает, ну, не хватит жизни просто даже прочитать. И жизнь настолько сложна сейчас, так много всего нам нужно делать просто для того, чтобы выжить в этом мире. И поэтому нету шансов изучить все веды. Но есть шанс воспользоваться удачей человеческого рождения и сказать: «Кришна, я твой, а ты мой. И я отдаю себя тебе». Ну, предаться как-то Кришне. И когда мы предаемся Кришне и понимаем, что Кришна Бхоктарам Яги Атапасам Сарвалакам Ахашварам Сухридам Сарвабутанам Гьятвамам Шантим Ричкати, Кришна является Сухридам Сарвабутанам, лучшим другом моим. Он обладатель всех богатств, всей красоты, всей славы, знания и отречения. И он является объектом моей любви. Это означает, он является объектом всего наслаждения. Не мои чувства и ум предназначены для наслаждения, а его чувства. Кришнендрия. Прийти. Ичха. То есть, когда мы развиваем в себе желание его чувства удовлетворять. И понимаем, что мы голыми родились. Голыми же, да? Каждый из нас явился. Ни у кого доспехов золотых не было. Мы голыми сюда пришли и голыми уйдем. У катафалки нет прицепа. А у гроба нет карманов. Или даже если есть, но все равно мы ничего не сможем забрать отсюда, кроме духовного опыта. И когда живое существо, когда преданный, он понимает это и помнит это и есть истинное образование. Остальное образование, по сути, оно и не нужно. Ну, если так в абсолютном смысле этого слова, но мы анализируем то место, где мы находимся, и поскольку мы посвящаем себя проповеди, то нам приходится получать какие-то образования, но главное это памятовать, что самое главное. Как в этой истории, когда человек купил золотую клетку, инкрустированную бриллиантами, изумрудами, и он в эту клетку посадил птичку, и он ухаживал очень внимательно, досконально за клеточкой. Все, что нужно было, пылинки сдувал, протирал ее, натирал, но забыл про птичку, про предназначение клетки было в том, чтобы содержать в ней птичку, но он забыл про птичку, и птичка чахла, сохла и потом сдохла. Так и человек рождается, и забывая про душу,
что является самым главным в этой жизни. И мудрая жизнь, это означает устроить свою жизнь так, чтобы все мои физические, эмоциональные, духовные потребности, они соответствовали гармоничному настрою моего ума и тела, и души, чтобы это в гармонии все было. Это есть мудрая жизнь. И когда мы сильно увлекаемся чувственными наслаждениями и материальными предметами, вещами, и мы чувства впускаем вот в материальную энергию, нам начинает казаться, что знания или образование мы получаем через этот опыт соприкосновения чувств с внешним миром. Или если мы сильно начинаем доверять своему уму и измышлениям, идеям, которые в уме появляются, а там же хватает представлений, идей разных об этом мире, о себе хорошем, какой я, о других мы тоже там. Ум – это же вожжи, которые управляются дикими лошадьми. И когда мы отдаем себя потоком ума, нам начинает казаться, что знание или образование исходит из ума. Но образование или знание, которое мы получаем из чувств или из ума, столько же, сколько света, исходящего от солнца, закрытыми облаками. Какой-то свет есть, но все рассеяно. Нету ясности. Истинное знание, истинное образование – это понимание природы своего «я» и природы верховного «я» и наших взаимоотношений. В Южной Индии есть река Кавери, на которой стоит остров Шрирангам, и на этом острове самый большой храмовый комплекс, 150 акров, это где-то больше, чем пол квадратных километров, там храмовый комплекс. И в 12 веке там жил Рамануджа Ачария, а у него был ученик Парашара, Муни, мудрец. С самого детства он был мудрецом. И в Шрирангам пришел пандит Дигвиджай, который до этого объездил всю Индию, и он всех побеждал в споре. Он приехал, его принесли на паланкине со свитой, там было множество последователей, почитателей, фанфары пели, музыканты восхваляли его славу, и он, гордый своими победами, даже не посетил храмы и не выразил почтением храмовым служителям, божествам. И он всем делал вызов. Я могу ответить на любой вопрос. И маленький Парашара, которому было около примерно столько же, сколько и Прохладе, когда мы сейчас о нем читаем, около 5 лет, он услышал об этом, и он подбежал к этому пандиту и своим нежным детским голосом воскликнул: «У меня есть вопрос! У меня есть вопрос!» И этот пандит свысока, сидя на своем паланкине, смерил этого Парашару: «Кто ты такой? У тебя даже молоко не обсохло на твоих губах! Пойди прочь отсюда!» И тогда маленький Парашара сказал: «Но если же ты видишь душу в каждом, ты не должен смотреть на других, опираясь на возраст, на размер. У меня есть вопрос, если ты можешь ответить на любой вопрос, ответь же на него. Нету никого, говорит, кто знал бы лучше, чем я, ведические писания.
Я могу ответить на любой вопрос. И в этот момент Парашара схватил горсть песка и спросил у него: сколько песчинок тогда в моей руке? И этот вопрос застал врасплох этого мудреца. Он растерялся, и когда мы растеряны, наш ум, наше сердце открывается, и тогда Парашара начал проповедовать. Он говорит, что истинное знание порождает качество. Ты слишком ослеплен своим высокомерием и поэтому не способен оценить достоинство другого. Точно так же, как дерево с большими плодами, ветки дерева, они сгибаются, так же и человек, обладающий истинными достоинствами или истинным знанием, он преклоняется перед достоинствами других. И он это сказал с глубоким почтением и смирением, так что эти слова, они достигли самой глубины сознания мудреца и его пробило. Это мудрость маленького мальчика, и он соскочил с паланкин и припал к его лотосным стопам и принял его своим духовным учителем. И мальчик сказал о том, что знания равны нулю, сколько бы мы всего не знали, если нет преданности Богу. Вот Прохлада Махарадж, он обладал этой преданностью. И комментарий весь говорит о том, что Прохлада Махарадж никого не делил на друзей и на врагов. И Шрила Прабхупада интересный момент подчеркивает. Сейчас это вот комментарий практически по сегодняшнему дню. Еще раз несколько предложений. Тот, кто занимается политической деятельностью, одних считает своими друзьями, а других врагами. На этом строится вся политика. И весь мир, особенно в наши дни, пребывает во власти этих представлений. Иногда, когда обсуждали ситуацию в самом начале, еще вот в феврале, ситуацию в Украине, началась война, и я помню, я специально нашел этот стих как раз и читал: так, как же относиться, не нужно делить и на друзей, и врагов, смотришь, политика, ага, политика, она построена на том, чтобы были эти разделения, но мы, как преданные, где Шрила Прабхупада говорит, что преданные они не делят, ссылается на слова Кришны, Бхагавадгите: «Видья винае сампанае брамане гави хастини шуни чайва шапакича пандитак самадаршанага». Пандит – истинный пандит. Или человек, который обладает истинным знанием, он смотрит на каждого равно. И на слона, и собаку, и верблюда, кто там еще был. Образованный человек или собакоед. Среди нас нет собакоедов. Я помню, когда в детстве меня испугали. Мы ездили на Дыхате на реку, и там продавали чебуреки. Их покупали, мы кушали, а потом кто-то сказал, что эти чебуреки с... Я не буду произносить, но я даже тогда, я думаю, боже мой, я не хочу быть собакоедом. И вот пандит, он смотрит на равно. И как сейчас нам относиться? То есть нам заставлять себя входить в такой как бы образ и уходить от анализа ситуации, в которой мы находимся. Так нужно делать. То есть мы живем и не понимаем, кто друг, а кто враг. Или нам нужно понимать, кто является другом, а кто является врагом. Нужно обладать пониманием и того, и другого одновременно.
агрессор не представляет опасности для души. Я просто комментирую. И здесь интересный момент. Шрила Прабхупада подчеркивает, он говорит, что для преданного преданный он не делит. И в каком смысле он не делит? В том смысле, что он хочет всем духовного блага. Он хочет всем проповедовать сознание Кришны. Неважно от того, является он другом или врагом. И это ключевой момент. И что значит по-равному относиться? Вот, допустим, Прахлада Махарадж, он не понимал, что Хираньякашипу является врагом его тела. Он понимал, что он пытается причинить вред телу. И Прахлада, он видел это, что Хираньякашипу движим завистью, гневом, страхом, и он тем самым хочет убить невинного Прахладу. Он боялся, что есть кто-то сильнее его. И Прахладу он это понимал, но он также знал, что он разделял желание, вот эти, желание Хираньякашипу от него как личности. И это ключевой момент. Отделять грех от грешника. И это есть равное видение. Но поскольку есть разные виды поведений, поведение, мы говорим, это поведение агрессора. Это поведение добродетельного человека. Но внутри все мы души. Шрила Прабхупада жизнь посвятил, чтобы мы это поняли. Когда Шрила Прабхупада уже лежал на смертном одре, только кости и кожа была буквально, и пришел один из учеников, который был ученым по образованию, и он увидел своего учителя, он был растерян, и он очень сильно стал переживать. И тогда Шрила Прабхупада сказал ему: «Ты ученый, тебе нужны доказательства, эксперименты. Я всю свою жизнь учил вас тому, что вы не являетесь этим телом, вы являетесь душой. И ты теперь видишь, что от моего тела практически ничего не осталось, но я остался прежним». Его сознание осталось прежним. И помнить о том, что все то, что не соответствует поведению души, это не является вечным, это является иллюзией. Поведение, которое не соответствует настроению души, ахайтуки, апратихата, желанием удовлетворить Кришну, это временная категория, как в нас, так и в других. Когда мы видим, что кто-то злобен в нашем направлении, преданный он понимает, что эта злоба временна. И поэтому у него нет претензий к личности. У него есть, может быть, претензия к злобе, но к личности он все равно он желает счастья. Шрила Прабхупада, когда этот мистер Н, который противился в Джуху, в Бомбее, строил козни всевозможные и не давал возможности построить красивых храм для Шиши Радхара Сибихари, в какой-то момент он оставил тело. Шрила Прабхупада, он даже возрадовался этому. Он возрадовался тому, что душа освободилась от этого демонического настроения, ну, по крайней мере, в этом рождении. Но самой Дживи он желал блага. Это настроение преданного. И философия, либо наука, которая разделяет преданного от такого видения, она его не устраивает, она его не радует. Так и Шрила Прабхупада, так и Прахлада Махараджа. Ему не нравилась такова наука, и поэтому он пользовался случаем на пятиминутках, переменках, встречаясь со своими одноклассниками, он начинал им проповедовать. Это наша задача.
Каждый день мы должны проповедовать. Каждый день. Если мы хотим погрузиться в это настроение и понимать, испытывать это ощущение того, что я являюсь вечной душой, частичкой Господа. Чтобы мы это осознали, нам нужно практиковать проповедь, передавать это другим на переменах между служениями. Раз появился переменка, сразу берем телефон, если нету никого рядом, звоним и проповедуем. Мы говорим о том, что мы вечные души. Так или иначе, мы ищем методы донести это послание. И вначале мы, более того, зачастую мы думаем, когда мы слышим эту тему, мы думаем опять о вечной душе. Ну я же это уже проехал, уже 10 раз. Но реально мы начинаем понимать, что мы ничего в этом не реализовали и не осознали, когда пытаемся донести до другого. Потому что мы видим, что вообще глухо. Мы даже сами не верим в то, о чем говорим. Потому что такое вдохновение уходит. Когда мы начинаем говорить то, о чем мы не верим, сила уходит, внутренней нету силы продолжать. И тогда нам приходится предаваться. Мы начинаем молиться, и мы начинаем занимать свое естественное положение. Маленькой частички Господа. Принципиально важно почувствовать себя смиренным. Это означает, что означает смирение? Это означает быть полностью инструментом, это означает обладать полным доверием Господу. Это означает, что каждую ситуацию, в которой мы оказываемся, мы доверяем, что эта ситуация была создана Господом для меня, для того, чтобы я стал чище, ближе и счастливее в отношениях с Ним и в служении Ему. И как себя почувствовать, что такое смирение? Можно просто представить, промедитировать, что мы находимся на маленьком плоту, полтора на полтора метра, посредине океана. 5000 километров в одну сторону, в другую, во все стороны. И мы маленькие вот на этом океане. Представьте, мы находимся. Какими мы себя почувствуем? А вот мы почувствуем себя такими, какими мы как раз и являемся. Очень маленькими. Или если мы окажемся среди стада бешеных слонов по 4 метра, которые вокруг нас бегают в замкнутом помещении. Сотня таких слонов. Какими мы себя почувствуем? Маленькими и незащищенными. Вот это и есть наше состояние. Это и есть состояние души. Но когда мы памятуем, мы себя маленькими такими ощущаем, и благодаря вот татве, благодаря знанию, которое мы получаем, которым делится прохлада вот этим настроением, мы себя чувствуем в связи с Господом. И солнечные лучи, исходящие от солнца, они могут себя считать истинным источником света, но это иллюзия. А когда луч понимает, что он может светить, и он может освещать, благодаря тому, что у него есть вечная связь с солнцем, это истинное понимание. И тогда солнечный луч, он испытывает, он является продолжением счастья солнца или света солнца. Так и душа, когда она чувствует, понимает свое изначальное положение и свою роль в этом мире, она является источником счастья изначального Кришны. Харе Кришна. Вот я сейчас говорю об этом, мы это множество раз уже слышали, но я вам очень благодарен, что есть эта возможность говорить об этом. Хочется говорить об этом реализованно, и мы молимся о том, что Господь дай эту реализацию. Я помню, когда я выходил на улицу и начал впервые говорить людям о том, что они души. И я говорю, как горох об стенку просто. Отскакивает, и я сам своим словам, я говорю, я понимаю, что, Боже, так я сам не верю в то, о чем говорю. Но если мы принимаем эту миссию проповеди как смысл своей жизни,
Как здесь Шрила Прабхупада говорит, поэтому каждого, и того, кто с ним дружелюбен, и того, кто настроен враждебно, преданный старается обучить сознанию Кришны. Как прекрасно, скажите же. Каждого преданный старается поделиться этим. И я выходил, я говорил, что там мы на самом деле не в теле. Вернее, как мы не тела, а мы в теле. У тебя нет души. Ты и есть душа. И потом на сотый раз начали проявляться такие просветы. Я начал сам верить в то, что говорил. Вот на сотый раз. Они не понимали, да, но я уже начал понимать. А потом приходит вкус говорить об этом. А потом приходит ощущение того, что это так действительно и есть. Я вечная душа. И тогда мы можем здраво оценивать ту ситуацию, в которой мы оказываемся, и отделять грех от грешника. Мы понимаем, что все, по крайней мере, на уровне интеллекта, это и есть видеть пандитах самодаршинага, равно относиться к каждому. Хари Кришна, преданные. Вы проявляете удивительные качества смирения, терпения. Спасибо вам большое за это. Дайте кому-нибудь микрофон, может быть, есть дополнение. Вопросы, дополнения приняты в отражении. Хари Кришна. Хари Кришна. А вот когда есть какие-то явные случаи, ну вот на тебя прям нападают, угрожают твоей жизни, понятно, что нужно защищаться, да? Или когда кто-то говорит о твоих недостатках, то понятно, что нужно это просто принимать. А вот когда вот чувствуешь какую-то злобу или зависть и принимаешь, а потом вот что-то преданное подходит, и все начинают говорить, что вот Кришна тебе это послал для того, чтобы ты научилась защищаться. И вот у меня возникает такое непонимание. То ли Кришна послал, чтобы это просто я принимала и очищалась, то ли он действительно хочет, чтобы я защищалась. И вот как определить в таких каких-то, ну, средних, можно сказать, состояниях, чего Господь хочет, чтобы я защищалась или чтобы я просто вот терпеливо сносила, может быть, даже просто бывают какие-то вещи, которые, ну, реально портят жизнь. И кажется, что они вредят преданному служению. И в то же время есть вот это настроение, что, ну, Кришна ж послал, значит, нужно терпеть. И вот как определить, как вести себя? Наша формула – это наша практика, формула решения этих вопросов. Нет универсального сказать, а вот так себе действовать. Каждый будет понимать, как ему действовать в своей ситуации настолько глубоко и настолько правильно, насколько он серьезен и искренен в духовной жизни. То есть, если мы покрыты и обусловлены, то как мы поймем? Ну, мы покрыты и обусловлены, но если мы прикладываем усилия, следование наставлениям духовного учителя, мы прикладываем усилия, чтобы наше воспевание было общением с Богом, а не просто ритуалом, и изучение Писаний не просто как какие-то там истории, отделенные от моей жизни или сказки, а мы изучаем Священные Писания как руководство для жизни. Мы служим преданным с желанием порадовать их. Все эти аспекты, они очищают наше сознание. Мы тогда начинаем, мы понимаем свой уровень без завышения, потому что как бы вопрос, вернее, скажем так, ответ на этот вопрос для каждого человека будет свой, потому что все мы разные, мы очень разные. И у нас разные стадии очищения сейчас каждый из нас проходит. Кому-то больше нужно еще дольше работать над какими-то грубыми аспектами осквернения, кому-то меньше. Поэтому универсального ответа нету, как именно действовать уже по итогу. Вот
лучше предугадывать, ну или, скажем, это быть готовым, быть проактивным. То есть, когда мы начинаем со своей духовной жизни, туда вкладываем, то потом, благодаря тому, что мы практикуем, и нам приходит какая-то ясность, мы становимся инструментами, ведомыми, или хотя бы в этом направлении думающими инструментами Господа, тогда Господь нам подскажет. Вот я вот именно так вижу. Я еще немножко в том плане, что вот, ну, мое понимание, которое сложилось вот из всех этих вещей, что не надо защищаться, и мне так спокойно и хорошо. Но преданные начинают вокруг, вот ты должна, и я вот думаю, то ли я неправильно понимаю, Кришна мне через них говорит, может, я просто, ну, то ли все-таки они просто со своей ситуацией говорят, не зная мою. Ну вот есть разные преданные, 100%, и надо смотреть и на свое внутреннее состояние, потому что, видите, правильно сказали, что, ну, как вы можете это переварить. Вы это переварили, и вам нормально, вы вдохновлены. У Партхасарадхи Госвами Махараджа спросили, когда он здесь не прибыл, а какой является критерием успешной духовной жизни? Он сказал, ну, это не только его слова, но просто Рупа Госвами говорит, он говорит, вдохновение. Вдохновение служить в нектаре наставления. Уцахан нищадараят. Уцахан, энтузиазм, вдохновение служить. Если у нас есть вдохновение служить, если у нас есть вдохновение общаться, строить отношения с преданными, это может быть критерием хорошей духовной жизни. Если я вдохновлен, а мне говорит, нет, подожди, ты не должен быть вдохновлен. Ты сейчас должен разобраться в этом, ты не позволяй себе быть энтузиастичным. Ну, странно, может быть. Вот, но вместе с этим мы должны, опять же, действовать на своем уровне. То есть, если я смог это переварить, я вдохновлен, и у меня нету никому претензий, я способен сотрудничать, продолжать с теми людьми, которые якобы там какие-то в меня там шишки побросали, то это нормально. Но если... Ну, не факт, что каждому нужно также относиться к такому же виду, скажем, шишек. Кому-то нужно это брать и прояснять, извлекать уроки, идти общаться либо с этой личностью, либо через старших. Ну, вот так. Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо большое за такую откровенную, открытую личностную лекцию. Мне очень понравилось, ну, всем, наверное, очень понравилась эта история с маленьким Парашарой, которому удалось убедить такого гордого пандита, и он предался ему, стал его учеником. Это действительно такой уровень, такую веру надо иметь, и такие качества. Вот как нам быть сейчас в наше время с проповедью? От чего зависит успех нашей проповеди? Это только от нашей веры и качеств наших, ну, чтобы человек принял. Или же мы идем, проповедуем, и принимают или не принимают, мы что-то говорим, и что-то капнет им все равно. То есть результат не должен быть привязан к результату. И вообще, так я поняла, правильно поняла, что проповедь даже очень нужна нам самим, да, чтобы это убедили, мы сами, наша вера возросла. То есть все время в проповеди. Мы не должны привязываться, принял человек, начал он это или нет. Ну, скажите, поделитесь, это как сейчас нам успех проповеди, от чего зависит? Лучшая проповедь – это счастливый преданный. И это сейчас является самым главным, на мой взгляд, аспектом проповеди. У нас есть разные внешние виды проповеди, когда мы выходим и незнакомым людям, которые еще не практикуют, и им проповедуем. И когда мы это делаем, то это однозначно является одним из самых лучших методов очищения, самых скоростных методов очищения. Это уличная проповедь. Вот. А если... То есть это вот для индивидуальной, для нашего блага это вообще... И там тоже люди получают благо однозначно. Вот. Но если мы хотим результата в проповеди, то это
концентрация на обществе. То есть у нас есть преданные, которые нуждаются в общении. Кто здесь не нуждается в общении? Кто не нуждается в отношениях? Ну, здесь присутствующие, у большинства есть служение, есть возможность соприкасаться с преданными, притираться каждый день практически. Но наше общество, вот община в частности, в Днепре здесь, это сотни-сотни людей, сотни преданных. А если брать года, там, десятилетия, за 20 лет, тут уже тысячи людей прошло, тысячи людей. И они просто заходят и выходят. Этот эффект пылесоса или, как еще, турникета говорят. Ну, как турникет, ты знаешь, он зашел и вышел по турникету. Или в пылесос в одну сторону влетел и вылетел. И это происходило и происходит из-за... это естественно тоже, как бы тут выше головы не прыгнешь, естественный период роста может быть. Такой уровень общества, когда мы не замечаем окружающих, мы видим себя и Бога, и настолько близко мы друг друга видим, что между нами никто больше не вмещается. Есть я и Бог, все. Это определение Канишской Адхикари. Мадхьяма Адхикари, он как раз видит тех, кому может проповедовать, о ком заботиться, с кем дружить, кому предаваться. Мадхьяма различает. И вот лучшая проповедь на данный момент, или скажем, не то, что лучшая, но наиболее полезная и результативная, эффективная, это проповедь преданным. И это означает строить отношения, вкладывать в отношения, интересоваться личностями, которые вокруг нас находятся. Интересоваться личностью и строить личностные отношения, значит, узнавать, хотеть понять внутренний мир человека, что внутри него происходит, какие переживания. И молиться о том, чтобы как-то разделять эти переживания. Понимать. Иногда зачастую нужно просто выслушать. Как мне Сангхашани Тайпрабху поделился историей своей, когда они были сколько-то лет назад на даршане с Ниранджана Свами Махараджем. И там они обсуждали какой-то семейный аспект взаимоотношений. И когда Махарадж остался наедине с Сангхашани Тайпрабху, Махарадж показал ему видео, там 4-минутное видео, где общался парень и девушка. И девушка, она делится с парнем своими переживаниями. Она говорит, что это подобно занозе. Она как будто где-то в моей голове. Она постоянно мне причиняет боль. С утра и до вечера я чувствую глубокую боль. И я не могу понять, из-за чего это происходит. И парень смотрит на эту девушку с гвоздем во лбу. Ну, там гвоздь торчит во лбу. И он такой удивляется. И он говорит, так... Это же очевидно, просто потому, что у тебя во лбу гвоздь торчит. И она такая истерически начинает кричать в ответ. Да что ты всегда мне об этом говоришь? Тебе что, сложно меня выслушать или что? И он такой испугался. Хорошо. И она продолжает. И вот эта боль, она продолжается навсегда со мной. И я не могу понять, что со мной происходит. И все мои свитера... Они дырявы почему-то. И он, да, это ужасно. Да, это ужасно. Спасибо, ты меня понимаешь. И она такая хочет обнять его и головой прикасается к его плечу. И там же гвоздь торчит, и она гвоздем этому упирает. Ай, это больно, опять это боль. Так это же потому, что у тебя гвоздь. Да ты опять начинаешь, не можешь меня понять. Да, правда? Нам нужно просто, чтобы нас выслушали. Нам не нужно говорить и даже философски объяснять, в чем наша проблема. Зачастую просто, чтобы поняли, приняли, такими, какие мы есть. Когда, кстати, нас уже приняли, или когда мы приняли кого-то другого таким, какой он есть,
тогда человек уже становится восприимчивым к философии. Сначала понять, принять. У нас такая в семье реализация произошла странная. В общем-то, инцидент был на прошлой неделе, все помнят, на проповеди. И я приехала вчера к невестке с внучкой. И она мне рассказывает, сказала там под сюжет. И я говорю, ну да, это ж преданный защитил другого преданного. И я приехала за первыми четками своими, а там были Гималы. Она говорит, ну молодцы, кришнаиты показали, что они могут защищаться. И я говорю, ты оденешь Кангхималы? Она говорит, да, я и одела Кангхималы. Я не знаю, что происходит и как Кришна проявился в нашей семье, я не знаю. Носила, но она мне подарила Бхагавад-гиту. Она в Ялте раньше на фестивале бегала, она ялтинка. Курчанка. Дочь? Нет, это невестка. Ну, дочка, невестка. Да. Вот такая ситуация у нас. С инцидентом, ну, Кришна проявляется, и мы не знаем, где проповедь. Одна и та же вещь может быть антипроповедью и проповедью одновременно. Что защитило, не защитило. Все. Спасибо, Прияме. Спасибо вам большое. Надеюсь, это было практично. Гранта Рачи Мадбхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки.